Самое спортивное событие зимы состоялось в Южноуральском государственном университете. Открытие Всероссийского клубного турнира Ассоциации студенческих спортивных клубов 2018 «Уральские горы». На турнир съехали 17 команд из разных уголков страны – Челябинска, Екатеринбурга, Казани, Чебоксар, Тюмени и Тобольска. В столице Южного Урала данное мероприятие проводится уже в третий раз. Организатором турнира выступает ССК «Юргу» «Уральский сокол». Ну, я надеюсь, что всю подготовленную нашу работу, все то, что мы проделали за такой большой срок, участники оценят по достоинству, и все пройдет на высшем уровне, потому что и вся администрация Южноуральского государственного университета заинтересована в том, чтобы участники ощутили это гостеприимство Южного Урала и с удовольствием вернулись к нам еще раз. В течение 4 дней турнира пройдут соревнования за звание лучшего студенческого спортивного клуба России. Победители и призеры будут определены по следующим видам спорта: плавание, горные лыжи, перетягивание каната, мини-ориентирование, легкоатлетическая эстафета, бадминтон. Также спортсмены смогут сдать нормативы студзачета АССК России для получения золотых и серебряных значков. Участники турнира нацелены только на победу. Так, Сергей Буштанов, участник команды «Казанские юлбарсы» Казанского федерального университета, в прошлом году уже завоевал первое место клубного турнира и в этот раз готов также повторить успех. Цели я не сказал бы, что намного меньше, чем в прошлом году, поэтому мы приехали минимум за первое место. Все сделаем для этого, готовились. Так что, я думаю, все будет отлично, все получится. Завершится клубный турнир 5 декабря, на котором будут определены победители и призеры соревнований в общекомандном и личном зачетах.